Всем привет! Продолжаем проходить Resistance 2 на PlayStation 3. Сколько? Так, а мы ж куда-то с парнем вот с этим идем. Ты, блин, нифига мясо началось сразу. Команда. Хорошее начало, мне нравится. Так, а что у меня тут еще из пушек? Дробовик. Так, а у этого щит есть. А у меня нету. Уже не как в первой части, гады. Любят гранатами закидывать. Слушай, а он походу этих-то завалил. Больших дядек. Да блин! Заколебали с этими гранатами. Слушай, а если я в его этом буду стоять? Нифига. Так. Завалили. Да блин, вы заколебали, слышь. Я опять гранату кинул. На тебе. Южная башня в поле зрения. Транспорт подбит, но снаряды целы. Мы сможем достать их пушки. Слушай, а мы здесь были? Мы тут блуждали в темноте. Тут сейчас эти будут. Блин, или это другая уже? Вторая? Нет, это вторая, слушай. Да, это вторая. Как же темнота была. Чё тут нету? Интересно. О, гранатки есть. Это чё? Дробовик, да? Все заряжено, пойдем. Так, куда дружище делся? Туда ушел, да? Так, крабы. Крабы. Да. Вот гаденыш, а. Так, секундочку. Так, звук у меня пишется. Да, все пишется, все нормально. Все нормально, да? Все нормально. Погнали дальше. Так, карабин. Не надо мне пока карабин. Так, ничего. What the hell was that? Что это была за хрень? Ох, не нравится мне эта хрень. Может, я по поддончикам, по ящичку? Фонарик светит как-то. Не очень. У нас тут запечатанная взрывозащитная дверь. Ух ты, блин! Насекомые! Ух ты, сколько вас! Слышь, ты вроде прикрывать собирался, а почему? Ты смотри, эта хрень еще плюется.
Слушай, что-то ты как-то фиговенько переключаешь. Так, а где? Куда? Где вход? А, дверь открылась, все, бежим. Прикрыватель из тебя, я тебе скажу. Так, ладно, идем пока. В красный прицел будем стрелять. Надо, в общем, из воды валить. Что нам сюда, что? Да, вон. Что там есть? Калиф. Тебя ждали. Я внутри башни, вы обнаружили беглый корабль? Так точно, их истребители отследили его на станции Genesis. Разделение поднято по тревоге, они эвакуируются. Эвакуация будет самоубийством, пока их истребители в воздухе. Наших людей перебьют еще... Теперь приведите это орудие в действие, прежде чем флот... Я не успеваю. Я не могу так быстро читать вслух. Meds are running low, Hale. If we don't get to an inhibitor station soon, we'll all start to turn. Command, this is Hale. We need a mobile inhibitor station ASAP. Acknowledged. I'll have one standing by, Lieutenant. Что нам сюда? Да. Ух ты, мама родная, ты кто? О, блин. Капелли! Капелли, come in! I'm sending in search and rescue now, Lieutenant. Stay focused on your objective. Какая это земля. Это текстура, да, положена? Фотография типа. Так, парни съели. Чё хрустит? Мне это не нравится. Это хрустение. Вот, так этой, посмотри, пушки-то нет у нас. Ух ты! Смотри, у нас куда тебе стрелять, Харю? Я прям к нему пришел, дурак, бежим. Вот я дурак. Че его? Гранат? О! Экстрематор? Экстрематор?
Нормально это мы гранаты, да, добили, получается. Прикольно получилось. North Tower coming online now. South Tower online. You're clear to engage. Конечно, немножко не так и серии записываю, да? Не в тех местах они заканчиваются, ну... Я ж не знал, где ты чё, когда пару. Логичнее, конечно, на боссах заканчивать серии, но... Я играю где-то по 50 до часу. Чтоб не слишком длинно и... Отлично работали ты нам. I'm sorry, sir. I'm taking a squad to Bryce Canyon to extract Malakoff. This isn't a debate, Lieutenant. I won't sacrifice a Sentinel leader for a scientist. You're going back to base, and that's... If any of you want to leave, get out now. Destination is Station Genesis in Bryce Canyon. Ship. The one that got past us at Twin Falls. Must have been loaded. Check it out. Ground's crawling with Chimera. Да ё-моё опять. Can't get any closer. Bring her down. We'll go in from here. Постоянно, как мы летим на вертолете или самолете, в нас что-нибудь прилетает. А вы-то что сидите, ребята? Взяли бы, тоже постреляли бы в кого-нибудь. О, одного зацепило взрывной волной. Что, все разбежались, как тараканы? Да. Я отлечу к южному хребту, позовите, когда надо будет вернуться, да, наверное? Опять не успел прочитать. Так, где контакт? Ой-ой, опять эти летающие хрени. А, гранат-то нету. О, блин, опять еще летит. Кучка. Чё мешаешься, засранец? Так, там где-то кто-то был. Ну, закончились пока. Так, это чё летит? Патрончики. О! Блин, опять эти хрены! Я отвлекся, я не знал, что они там.
Патроны собирают, эти хамелеоны бегут. Ну что за... Так, а сейчас что, их нету? Подожди, меня же вот здесь убили только что, да? Ну да. А где теперь хамелеоны? Ты, блин, еще один прискакал, тварь. Вот сволочь, а. Да блин, вы заколебали, я уже на курок нажимаю, не убегают. Получил козлина. Сейчас еще один прибежит уже. Вот он, да, бежит козел. Еще хамелеон, да? По-моему, хрюкают же то эти хамелеоны. Так, все, патроны кончились. Выбрасываем ее. Ловите, вы ж любите гранаты. Кучка, лови. Все, кто-нибудь хоть попался? По-моему, больше разбежались. Блин. Так, одного завалили. Ты чё, козёл? А ты чё, козёл? Я что-то не понял, тут вроде столько наших, а это самое. Вы что, вообще не видите их, что ли, или что? Сделали они. Я, по-моему, всех и сделал. А вы в упор по ним тут попасть не можете. Так, тут у нас... Так, документик вы тут опять получили. Документики читать не будем. Ну их. О. Калеропс. Это трофей был. Что за пушка была? Где? За мной, да, идут? Ах ты!
Чё, офигели? Ты слышишь, ты чё так быстро бегаешь? Козёл, а? Идем, говорит, за лейтенантом, конечно. Я чуть первый же и не отхватил. Хитрозадые какие, а? Ребятушки. У, тихо. Так. Вот эту хрень убиваем, ребята. Надеюсь, из них не повылазят эти. О, слушай. Какая-то интересная штуковина. Ну что, повоюем? Так, ты-то, букашка, иди отсюда. We have to split up. Victor 4, you come with me. We're going to find another path inside. Everyone else move to the bridge and keep the Chimera bottled in. Yes, sir. А как сдерживать Химер, если у них типа преимущество? Follow me. We have to find a way to get to it. I got you covered, sir. Что за прыгуны это? Вот это прыгуны? Так, а чувака-то, надеюсь, это не я убил? Тут же своих нельзя убивать же, да? Ведь это же не я, это же букашки. Ах ты, блин! Пошли нахер! О-о-о. Тут тупик, вот не тупик. Моста не потеряет. Ну, мне кажется, это была глупая идея. Так, ты не профессор, нет. Ты не профессор. Нет, какие-то лабиринты, лабиринты. Кто ты, блин? Ах ты ж сволочь. А, я где? Я где вообще? Ну капец, просто вот такой толпой тупо выскакивают и все. Еще и с щитами. И что я должен делать, интересно мне знать. А, у меня вот эта же штука есть. Но все равно. А 99 это чего? А, силовой барьер. Все, ладно. Да я туплю. А че силовой барьер-то не это самое? Нету что ли больше? Ах ты, сволочь! Блин, какие эти уроды противные, а? Я с перепугу, я думал, бежит этот, блин, с щитом. А, все, да? Козлина. Пошел.
Кстати, по дверям было понятно, что они идут, да? Ну, а еще один такой же. Так, а как мне включить? А, включить этот. Включаем и в разносы. Кто стреляет-то? А, вон ты где был. Да... Ты смотри, что творит, а. Еще напоследок успел гранату в москве. Так, а эти тоже не наши? Конечно. Да. Это тоже были не наши. Но эти-то по сравнению с хамелеонами и с этими хренами здоровыми, с щитами, так вообще ни о чемные враги. Command, this is Echo One. We've just entered station Genesis. Malakoff is alive. We copy you, Echo One. Now get the doctor out of there. There's a bird on the way. We've got contact! У нас контакт опять. Подожди. Чё-то как-то это. Так, все, этих нету больше. О! А, это мой же я только что. Это еще что такое? Что-то мне не нравится эта фигня. Так, а чё нам... Блин. Так, один сдох, а второй куда побежал? Все, патроны кончились. А мы возьмем вот эту фигню. Да блин. Не, все-таки вот сейчас своему в затылок настрелял. А ему это ничего значит. Значит, того все-таки не я завалил. А букашечки. Когда мы только зашли. Тут пещерки. Так, это каски какие-то тут. Шахтерские. Ну что такое-то этот? Молоток. Там не молоток называется, забыл как называется. Я знал, честное слово, знал, как это называется. Возвращайся, ты опоздал, ты ведешь своих людей на гибель. Yeah, I'm sure. Won't be much farther now. Секундочку, ребят, секундочку. Так, вроде все нормально. Это у меня тут пишут постоянно, периодически, что какие-то проблемы. Ну, вроде нормально все. Так, продолжаем. Так, вот опять каски.
А, здесь надо что-то нажать. Looks like we're in business. Hurry! It's out here! Let me in! There's somebody outside! It's coming! Твою дивизию, что это такое? Так, щит бесполезен. А вон куда, блин. Трындец, что-то. Это жуки какие-то, правильно? Просто их очень-очень много. Этих жуков. That's gotta be the power switch. Stay alert. Так, давай. Sir, you wanna do the honors? А, опять отсюда. Так, не пропустить. Я согласен, что это за хрень. Вон жуки какие-то. Так ты вали оттуда, дурачок. Да блин, опять куда-то я уперся. Убивает сразу. Блин, да че я постоянно так... Это... Жизни теряют. Да ё-моё, опять отсюда. Ну правда. Че должно было измениться, чтобы не отсюда начинать? Да блин, я опять уперся в стену. Да чтоб тебя, а. Я чё такой кривой-то? А, ставьте дизлайки, ребята, кто будет это смотреть. Ставьте такой жирный дизлайк. Да ё-моё, чё тупо? Всё, капец. Встал на полчаса здесь, да, сейчас застрянем? Так не... Непонятно, чё делать-то? Убивать эту хрень надо. Или тупо бежать от неё? А, короче, возвращаться надо к лифту. Бежим, короче. Here,
И чё, я один остался? Copy that. I'll see you with the LZ. Echo 1 to all X-ray units. Evac to the surface immediately. Leave Malakoff to me. There's a bird inbound and we're gonna need a clean LZ. Do you copy? 5-5-5, Echo. Moving out now. We'll hold the LZ until our bird's on the ground. Commander Echo 1, I need you and the Dodger out of there ASAP. Да. Every military facility coast to coast is smoking and the perimeter is under full assault. The only play left is to outthink these bastards, and unfortunately, Malakoff's the best chance we've got. Ну там уж извиняйте. Copy that, Command. I'll get him out. Я и на эту хрень смотрел. И пытался от нее убежать или там. О, опять эта хрень. Капец, и что делать? Короче, бежим. А, судя по звукам, она очень близко, а? Валим, 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 валим. Фу. Доктор Малакоф? Нейтан, thank God. We must hurry. I was unable to destroy the controls. I could not stop him. He's going to activate it. Such arrogance. You think that we are a disease to be destroyed. When in fact, we are the evolution of man. You think this planet is your right, when it was first ours. И стрёмный. It was ours ages before you walked upright. And now it shall be once more. Soon your skies will shine with our stars, and the earth shall tremble. Only then will you know what it means to truly suffer. You are overdue for inhibitor treatment, Nathan. You have become vulnerable. He left us alive. Why? Come. We must move quickly. I will explain as we go. There is one more excavated tower outside the perimeter. It is imperative we reach it immediately. Do you have air transportation? Two birds, but we have to move now. If I can get inside the tower, I may still be able to stop it. Are these some new form of Chimera? No. They are a very old form of Chimera. I believe they are the original species in its purest form. It was these creatures, these pure Chimera, that was the basis of my research. My earlier experiments in Russia, the cloven, you call them, I was unable to perfect the process. That is a long story. We must keep moving now. I have encrypted the door locks. That should slow them down. There is an elevator ahead of us. It is the only way out from here. Yeah. Погнали. Исходный материал, тип. Ах ты сволочь. Лови гранату, тварь. Это в голову. Так, все. Отстрелялся, берем обратно карабин. Это будет последнее. Ты неплохо стреляешь. Я защищал Карачаев от химер за 16 лет до того, как американцы освободили меня. Я бы... ладно. Так почему он оставил тебя в живых? Бегал, думаю, что оставил мне жизнь это совсем своего рода месть, чтобы его создатель стал свидетелем окончательной победы. Его создатель? Проект Абрахама взял генетический материал чистокровных химер, которых видел здесь.
Первым был человек, которого ты знаешь, рядовой Джордан Шепард, человек, которого теперь называют Дедал. А вторым? Я поди? Ты меня только уже знаешь. То бишь мы, да? Классненько вообще. То, что мы тут стоим, это нормально, да? На нас тут не нападут. И что тут пострелять по этой хреноте? О, а что у меня пушка одна это? На пушку срочно менять вторую. Не думаю, сдался. Сейчас на всякий случай идем сюда. Куда? Давай. Слушай, одет неплохо бегает для своих лет, явно. Так, вот эту штуку меняем на меченую. Генератор где? Ай. Под ноги-то тоже надо смотреть иногда. Ай, блин. Это смешно. Это было бы смешно, чтобы не было так грустно. Alright, the door's holding it back. Trent, look at the sword! Fall back! Get back to the generator! Так, а генератор это вот... От тебя-то только тут и не хватало, козлина! Ты-то сдохни, блин. Он знает, что мы в ловушке, потом он будет ожидать подходящего момента для атаки. Куда идем? Куда идем? Где ты? Пипец! Надо было... Ай, не тормозите за Маликом этим, Маликовым бежать, Малковым. Да. It appears the generators are controlled by Vlid activated inductor switches mounted into the floor. Надо вот этот сюда. It's all right. The door's holding it back. Да ты тварь, а? Где он? Главное не профукать, когда этот пойдет. Сказал, идем. Ну, значит, идем.
Все, да? Пока у меня вопросов больше, чем ответов. Чего так разговаривать, как будто по рации? Хотя мы живут рядом. Так, чего опять? Ох ты, как-то удачно-то побежал, чувак. О! Пипец он. Пипец он, ребят. Я штуку нашел. Где вы? Он где? Съел. Any way to shut this tower down? Есть какой-нибудь способ отключить эту башню? Нет, когда она активируется, управление отключается. Они не предназначены для отключения. Точно, башня Чикаго находится в серой зоне. Может, что-нибудь нажать надо? Блин. So I just lured the swarm into an inactive generator? Так, а что делать там? Мне походу надо. Мне походу надо на лифт, который только что от меня уехал вниз, да? А он вернется? Так а лифт вернуть? Я ж упаду. Походу придется разбиваться, чтобы. Да. Хорошо, лифт сделан, конечно. Я так и не помню, что делать. Так, нейтрализуйте рой. Ага, как не написано. Ясненько. Что это такое? Зачем я сюда пришел? В смысле, хорошая работа, Нейтан. Подожди, я туплю, ребят. Чё-то я... А, вот так, да?
Заманить надо было. А где он? А, вот. Я не вижу, где он. А он был за спиной, естественно. Что-то я не понял. Чего он не идет-то? Да я понял, как он что-то не идет. Не, ну вы видите, он туда не идет. Слышите, заколебал. Нормально, нет. Что за бред? Сейчас же пошел. Ты иди сюда. Не, ну он же не идет. Он вокруг летает. Дальше куда? Nathan, you cannot defeat this swarm without an electromagnetic field.
Понятно. Следующий генератор там где-то, да? Так, это... Короче, сейчас будет гейм-овер опять. Потому что я никуда побежал, да. А эта тварь сокращенные пути знает. Трындец какой-то, а. Да что за бредятина-то? Блин, опять с первого. Ты слышишь, ты заколебал летать вокруг? Во. Третьему, наверное, вот сюда надо бежать. Сюда, это вон туда. Ну, Рой тоже не дурак. Он хочет сюда. Ну, вот он же я. Ну, иди сюда. Ты, блин. Фу. Не, ну вы видите, ребята, ну это же просто. Короче, я это выражу. Смотреть на это неинтересно. Так, убрал я все эти косяки. Вот последнее. Победили мы, короче, эту хрень, ребята. Ну и все. Точка доступа. Башен десятки миллионов лет на этом. Их архитекторы давно вымерли. Их назначение осталось невыполненным. Создав Дедали, Бедала, я вызвал чудовищную цепочку событий, которая приводит нас к тому же концу света, который мир однажды избежал. Как все серьезно-то? От вреда Химер мы еще можем отправиться, но если Дедала не остановить, мы встретим судьбу, которую уже не изменишь. Так, ладно, ребят.